Подскажите, это дорога на Велро? Нет, парень, впереди город Дедвуд, ты ошибся поворотом на развилке. Ну что ж, Дедвуд тоже сойдет. Вам случайно работник не требуется? Нет, работа нужна. Да, в наших краях после войны все разорено. Доберешься до города, спроси шерифа Мастерсона, может что и подскажет, все вопросы решаются через него, тем более тебе придется получить регистрацию по прибытии. Бывай, парень, удачи. Но. Thank you.
«Здравствуйте, сэр, мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он?» «Я и есть Мастерсон. Что тебе здесь нужно, пацан?» «Бродягам не место в моем городе. Слезай с осла, когда говоришь с шерифом». «Мне нужна работа, сэр, я слышал, что в вашем округе есть ранчо». «Да они есть, но не думаю, что ты им подойдешь, слишком много сейчас ищущих работу». «Есть оружие?» «Нет, сэр». «А деньги на постой?» «Ни цента, я привык спать под открытым небом». «Ну что же, останешься в конюшне на ночь завтра, посмотрим, как тебе помочь. В моем городе бродяг нет». «Ты мне обещал, что заберешь купчую на землю старика Мортона?» «Обещал, будет тебе участок, упрям старик». «Завтра, вопрос, должен быть решен, деньги выплачены». «Подъем, парень. Помнится, тебе нужна работа. Мне нужен помощник. Твой ответ?» «Я согласен, что мне будет полагаться и мои обязанности». «Постой, питание у Марии Альварес и выплаты за поимку бандитов, ну и конь пока служебный, а там и своего приобретешь, если останешься жив». «Вот что ж, перспектива неплоха, а умереть везде не мудрено, я видел смерти, сэр». «Подъем и пошли посмотрим, как ты умеешь управляться с оружием за конюшню». «Покажи мне, как ты владеешь этой штукой». «Никогда не стрелял в живого человека, клянусь, лишь по зайцам и андатрам для пропитания».
уж неплох. Результат не выдающийся, но для дела сойдет. Кугля часто стрелял с отцом, он погиб на войне, мастер. Соболезную, кладбище переполнено, мрет народ беспорядка. Вот его-то мы и должны обеспечить, а то, что не день, то. Раз все обговорили и на это есть твое согласие, то поедем в город, определю тебя на постой и выдам тебе документы, в моем городе бродяг нет. Ну чё ж в путь? Добрый день, Мария. Шериф. Принимай на постой моего напарника. А такого красавчика почему и не пристроить, мои условия тебе известны, Шериф, есть разговор, уделите мне ваше время. Поговорите, помочь моя обязанность. Пройдемте в салон. Полагайся, завтра утром приступишь к работе.
шериф давно не появлялся в Дедвуд, старик Мортон нехорошие слухи разносит по салуну. Не могли бы вы проверить раньше старика? Завтра мы поедем на дальний кордон и сделаем круг через его ранчо. Спасибо, шериф, ваши слова меня успокоили. То он вам почему такие переживания? Просто знакомый приятный старик часто скупается у нас. Мы решим этот вопрос, думаю, вы зря переживаете. Мне пора, есть еще дело. Буду ждать тебя в 6 в офисе. До свидания. Сцена 13. Мастерсон и Генри Форст отправляются в путь на дальний кордон. Сцена пути. Мортон Тичет, шериф Дедвуда, нужно поговорить, вы тут. Мортон Тичет, шериф Дедвуда, как вы, все в порядке? Очень натоптана гильза, затоптана копытами. Мортон, это шериф Мастерсон.
Форст старик представился. Убийство на новой земле им не скрыться от правосудия. Что делать с стариком? Прикопаем. Шерих стал сосредоточен, пристально всматривался в местность возле дома. Картина прояснялась, он что-то бурчал себе под нос. Эй, старик-старик. Эй, старик, у меня все тоже предложение. Ты случайно не передумал? Большие люди выложили за твой участок огромные деньги, так что ты не удел здесь, теперь возьми, что даем, и убирайся. Идите прочь, псы, свинец вам, а не купчая светит. Давай по-хорошему, не доводи до греха. Это ты не сможешь изменить, дело сделано. Не тебе рассуждать о грехе, пес.
Переройте все, мне нужна купча. Отправляемся в кордон, будь начеку.